Евгения Юрьевна, пожалуйста. Напомните, пожалуйста, у нас в этом году заложено средство в объеме там 3 миллиона с лишним. В прошлом году мы переносили и ремонтировали гидранты, устанавливали новые. В этом году у нас финансирования нет. На 22-й год, вернее. В этом году. А на следующий, на 22-м году уже говорим. А тот год. Ирина Владимировна, у вас есть вопрос? Вопросом. А как же так? Сети новые, а гидранты не запланированы? Ну, мы запрашивали, пока нет. Ну, будем, я думаю, что будет необходимость, будем корректировать, просить бюджет. Я думаю, депутаты рассмотрят, будут выделены деньги. Пока нет. Ну, то есть сегодня заправляться машинам негде, в случае чего? Нет, заправляться машинам негде, у нас 290 гидрантов. Нет, я говорю про новые сети. Про новые сети? Пока да. Ну, как же надо решать? С дефицитом решать? Заходим, прошу прощения. С дефицитом бюджета средств заходим. Ну, я думаю, что это с этим и связано. Мало того, что это дефицит средств, во-вторых, это еще, конечно, не обеспечение. То есть в случае каких-то чрезвычайных ситуаций мероприятия не будут проведены. Нет, мероприятия будут, нормативы все равно будут, я думаю, соблюдены. Но просто будет ближайшая точка подачи воды, ну, далековато будет, да. Что повлечет за собой тоже определенные последствия. Ну, то есть предложение все-таки, там, ближайшую корректировку, может, у вас своя экономия будет, поэтому выйти с этим предложением.